Хочу показать вам небольшой лайфхак. Я когда обрезаю свою гераньку для того, чтобы она больше кустилась, мне жалко выкидывать такие махонькие обрезки. В стаканчики ставить, они падают, неудобно. Я придумала так. Обыкновенная пол-литровая бутылочка. Обрезаю немного. Обрезаю от горлышка. И ставлю. И вот так вот они прекрасно стоят, не падают. Достаточно, сколько нужно, погружается в воду. Я уже не первый раз таким способом пользуюсь. Мне очень нравится. По сравнению с тем, даже просто если в стаканчик ставить, очень неудобно. Так прекрасно помещаются. Ровненько стоят. Которые побольше, они и так стоят. Но все равно, тем не менее, мне нравится такой способ. Так вот. И остается место до донышка. И корешки хорошо и ровненько растут.